Соучредители общества «За родной язык» Владимир Линдерман и Евгений Осипов намерены в 2013 году принять участие в муниципальных выборах. «Наша цель – не только Рига, но и большие города в Курземе и вся Латгалия», – пояснил Линдерман. Благодаря референдуму у русских жителей Латвии великий энтузиазм и надежды, считает лидер объединения. А пока их силы сосредоточены на плебисците. 300 тысяч голосов надеются собрать сторонники второго государственного языка. Языковые суды в Эстонии. Власти Таллина и Нарвы намерены обжаловать решение правительства.